По версии следствия, в 2018 году обвиняемый в силу своего должностного положения способствовал принятию решений в интересах юридического лица, а также подписанию актов выполненных работ по реконструкции еще не завершенного корпуса одного из медицинских учреждений Владимирской области. За оказанное содействие Чигаев через посредников получил незаконное денежное вознаграждение в размере 1 миллиона рублей. Кроме того, в период с декабря 2017 года по ноябрь 2018 обвиняемый за покровительство и попустительство по службе путем безналичных переводов получил от директора одного из госучреждений региона взятку 690 тысяч рублей. Вину в совершении преступления высокопоставленное должностное лицо не признало. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Октябрьский районный суд города Владимира для рассмотрения по существу.